Алёнушкин козлик. Купил дедушка белого козлика и подарил его своей внучке Алёнушке. Вот тебе, внученька, козлик, корми его, играй с ним и не пускай в чужие огороды. Подружились Алёнушка с козликом. Вместе играют, вместе бегают, вместе прыгают. Стал козлик подрастать, стал в чужие огороды заглядывать. «А что там растет?» – спрашивал он у Алёнушки. «Там капуста, свекла, морковь. А кто их посеял?» «Люди для себя посеяли. А для меня?» «Для тебя растет в дедушкином огороде». «Я схожу в чужой огород. Там капуста сочнее, свекла краснее, морковь слаще». «Нет, в чужие огороды не ходи. Из дедушкиного огорода я тебе принесу и капусту, и свеклу, и морковь». Не стал козлик слушаться. Стал в чужие огороды бегать, стал чужую капусту есть, стал чужие гряды вытаптывать. И вот однажды дедушкин сосед увидел в своем огороде козлика и стал за ним гоняться. Стал его хворостиной бить, да за рога ловить. Бегал козлик, кричал, чуть живой убежал. Прибежал домой, забился в угол и говорит: «Мне, мне, мне!» Это он говорил: «Мне, козлику, все ребрышки отбили. Мне было больно, мне было страшно». Обняла Алёнушка козлика за шею и заплакала: «Зачем ты меня не слушаешься?» Пришел сосед во двор к дедушке и говорит: «Твой козленок всю мою капусту обгрыз, все гряды вытоптал. Возьми-ка, зарежь его». «Не буду я козлика резать, он еще совсем глупый», — ответил дедушка. «Запру его в хлев и никуда не пущу, а капусту мою возьми себе». Запер дедушка козлика в хлев. Скучно козлику в хлеву. Стал он кричать: «Мне, мне!» Это он кричал: «Мне, козлику, не хочется сидеть в хлеву. Мне хочется по улице бегать». Так кричал он весь день и всю ночь и надоел дедушке своим криком. «Сведем, Алёнушка, козлика в поле и на веревку привяжем», — сказал дедушка. «Пусть там траву ест, да кричит сколько хочет». Отвели его в поле, на веревку привязали и ушли домой. Не стал козлик траву щипать, стал на все поле кричать: «Мне, мне!» А серый волк ходил по лесу, услышал и подумал: «Тут я смогу поживиться». Прибежал, поглядел на козлика и говорит: «Здравствуй, козленок, это я, дядя волк. Зачем меня звал? Зачем кричал ко мне, ко мне? Вот я и пришел к тебе». Испугался козлик, от страха в горле пересохло, ничего не может ответить. А волк продолжает: «Если тебя наказали, на веревку привязали, надо было молчать, а не кричать, не дразнить мой волчий аппетит, а раздразнил — на себя пеняй, я теперь тебя съем». Забегал, заплакал козлик: «Мне, мне!» Это он говорил: «Дяденька волк, не губи меня, мне жить хочется. Я не буду больше кричать, не буду дразнить твой волчий аппетит». «Не разговаривай», – оскалил волк зубы, поймал козлика и проглотил. А вместе с козликом и конец веревки проглотил. Кинулся волк в лес бежать, а веревка ему и говорит: «Стой, не пущу тебя, я веревка дедушкина, из пеньки свитая, меня не разорвешь и не перекусишь. Дедушка спросит, куда я козлика подевала, а что я отвечу? Сам держи ответ перед дедушкой». Прыгал волк через голову, кувыркался, на задних лапах ходил, а не мог перервать веревку. Кусал, не мог перекусить. И закричал он, что есть мочи: «Помогите!» Мышка слышала, на помощь не пришла, в норку юркнула. Белка слышала, на помощь не пришла, в дупло спряталась. Заяц слышал, на помощь не пришел, подальше в лес убежал.
Пришли дедушка с Аленушкой и вместо козлика волка увидели. «А где же наш козлик?» – спросила Аленушка. «А почему этот волк веревку в зубах держит?» Подумал дедушка и ответил внучке. «Умная у нас веревка. Волк козлика съел, а веревка-то и не пустила его в лес убежать». Взял дедушка большую палку, а Аленушка взяла маленькую палку и пошли бить волка. «Не бейте меня, пожалейте меня», – просит волк. «Я не виноват. Я хотел поиграть с козленком, а он прыгнул мне в рот, и я нечаянно проглотил его». А сам как бросится на дедушку, хотел его с ног сбить и загрызть. Но не испугался дедушка, замахнулся палкой и так ударил волка, что из него и дух вон. Разрезал дедушка живот волку и вытащил козленка. Полежал козлик, вздохнул разок, открыл один глазок. Вздохнул другой разок, открыл другой глазок. Поглядел, увидел Аленушку, дала ему Аленушка булочку. Пожевал козлик, встал и сказал: «Мне, мне». Это он говорил мне козлику в животе у волка, ой, как плохо было. Снял дедушка шкуру с волка и сказал: «Хорошая тебе, внучка, шубка будет». Дедушка нес на плече волчью шкуру, а Аленушка вела козлика. В деревне увидели, что дедушка волчью шкуру несет. Окружили его и спрашивают: «А где ты, дедушка, волчью шкуру взял?» И рассказал дедушка, как они с Аленушкой волка убили и козлика спасли. Козлик опять стал играть с Аленушкой. Вместе бегают, вместе прыгают. Только очень уж он хвастливым стал. «Мы опять пойдем волков ловить», — говорил козлик. «Отведут меня в поле, на веревку привяжут, я закричу: «Мне, мне!» Волк услышит, прибежит и проглотит меня. А дедушка с Аленушкой придут и волка убьют. Так мы за лето всех волков переловим». Он хвастался, а сам думал: «Только бы опять меня в поле не свели, только бы мне с волком не встретиться. Ох, как это страшно!»